Очередной провал на дорогах Ярославля. В пятницу в середине дня на полметра ушел под землю передними колесами Ford Focus. Хорошо, что машина двигалась медленно. Будь скорость выше, исчезновение асфальта под колесами могло завершиться трагично для водителя. ЧП случилось на проспекте Октября. На перекрестке с Базовой улицей под дорожным полотном проходит старая теплотрасса. По образовавшейся дыре видно, что ее старый бетонный короб рассыпался, а торчащие металлические штыри держатся, что называется, на честном слове. Между тем, движение на этом перекрестке очень оживленная, поэтому сегодняшний провал, возможно, не будет последним. Водитель поврежденного Форда намерен взыскать средства с дорожников. По предварительным прикидкам, ремонт машины обойдется в 50 тысяч рублей. Ехал со скоростью 3 км в час где-то. Была немаленькая яма, то есть двигался, думал, проеду, и колесо провалилось. То есть колесо, соответственно, в яме, я вишу на порогах, то есть бампер тоже расколот, то есть машина повреждена.